Этой нычкой вы точно никогда не пользовались, я в этом уверен. Потому что вряд ли кто-то догадается подняться вот сюда. Не, я снова проебался. Ну да, и видите, чем все заканчивается. Гатор. А, видите, кстати, катсцена снова не триггернулась. Я снова спас Джозефа Аллена. И я всех приветствую, друзья, на очередном видеоролике по Call of Duty Modern Warfare 2. Сегодня у нас с вами будет один из самых необычных экспериментов, который никто еще не проводил в российском сегменте YouTube. Так вот, что я вам скажу. Результат будет очень хороший. Он вам понравится. Итак, мы сегодня снова возвращаемся в миссию «Ни слова по-русски». И на этот раз мы с вами спасем Джозефа Аллена. Как вы знаете, в конце миссии «Ни слова по-русски» наш подставной агент Джозеф Аллен умирает от выстрела Макарова. Так вот, в этой миссии, в финале, есть одна интересная лазеечка. Вообще, на нее наткнулся где-то месяц назад, просто никак не доходили руки попробовать самому это сделать. Плюс, когда я стримил Call of Duty Modern Warfare 2 на ветеране, я как раз-таки опять же попробовал эту нычку, у меня ничего не получилось, но теперь-то я не ограничен во времени, правильно? Я могу потестить это, сколько мне нужно будет. И, в общем-то, попробую воспользоваться лазечкой и вытащить Джозефа Аллена за карту. Поэтому давайте начинать. И так как это тест, то пошлите на рекруте, что ли. Или на рядовом. Давайте на рядовом начнем. Какая разница, правильно? Ну, в общем, как-то так. Сейчас мы его спасем. Сейчас будет интересно, сейчас будет круто. Ну, собственно, стандартное начало. Кстати, это будет скорее последний видеоролик по миссии «Ни слова по-русски», потому что я уже не знаю, что тут тестить и что тут проверять. Я даже всякие факты о ней рассказывал, все такое. «Ни слова по-русски», в общем, стандартное начало любого моего видеоролика по Call of Duty, да, друзья? С нами Бог, как говорится, да, помните «Ни слова по-русски», да. Помните «Ни слова по-русски». Ага. Ну, давайте я пока постою вот здесь вот. А, кстати, мне тут рассказывали то, что можно убить Макарова в лифте. Давайте это проверим прямо сейчас, потому что там была тонна людей, которые мне об этом говорили. Ну и где? Ну и где? Я же говорю вам, это был сраный мод. Ого, нихрена себе он оружие-то вскинул, мне страшно стало. Ну, короче, вы поняли, да? Макарова невозможно убить в этой миссии без модов. И... А, так все. Это была просто модификация, ребята, а вы на нее повелись. Вот, ну, серьезно, нафига? Нафига вы это делаете, блин? Нафига вот вы пишете комменты, в которых сами же не уверены? Ага. Поверьте, я в эту колду еще в пиратку в детстве наиграл много часов. Я знаю, что тут можно сделать, что нельзя. Но, кстати, про лазейку с Джозефом Алленом я реально не знал. Я на нее наткнулся совершенно недавно, когда... благодаря своему видеоролику увидел похожий от зарубежного ютубера. Кстати, вы меня спрашивали по поводу Юрия. Так его тут нету. Причем здесь Юрий? Как может в МВ2 появиться Юрий, который появляется только в МВ3? Ну, это тоже немного странно, согласитесь. Ну, аэропорт выглядит клево, да. А вот что самое интересное. Стрельба началась отсюда. А гражданские, которые находились вон там внизу, ну вы поняли, да, что я имею в виду? Они даже не пытались убежать. То есть они начали убегать, как только Макаров пошел вперед. Ну вот так как-то. Без виски. А что без-то? А без налогов, нифига себе, без налогов. Кстати, друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые. Я уверен, что видеоролик опять же зайдет, поэтому... До 90 тысяч надо добивать количество подписчиков на канале. Мне было бы приятно очень сильно. Спасибо вам большое. Видите, отменили все вылеты. Delayed. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну ладно. Что ж, друзья, теперь нам предстоит нелегкое испытание. Нам нужно будет зарашить вот эту зону в аэропорту, чтобы добраться до лазейки быстрее Владимира Макарова. Ибо другим способом... Джозефа Аллена не спасешь. Давай, открывай дверь. Не, капитан Прайс. Все, можно бежать-то, наконец. Вперед, давай, я и так нарядал. Блин, вот
Насчет прорыва все-таки зря я взял рядового. Надо было взять новобранца. Ну ладно. Ну, мне бы просто проще было. Да-да, за Захаева. Ладно, я пошел вперед за Захаева, чуваки. Вы там воюете пока? Мне надо зарашить это место. Спокойно. Нет, наверное, все-таки зря я решил это сделать. Но надо это все сделать под флешками, понимаете? Нам нужно как можно больше времени, пока Макаров нихера не понял. Хорошо, я попробую это сделать под флешками. Надеюсь, у меня все получится. Пожелайте мне удачи. Я занимаюсь благим делом. Я пытаюсь спасти Джозефа Алена. А как меня ваншотают? Нет, спасибо. Давайте-ка это... снизить сложность до рекрута, да. Все. Погнали. В этот раз будем проще. Не, если не подойдет, я все равно попробую... отвалить своим щитом от меня. Да отвали! Блин, вот это тычка. Так. И да, я это сделал. Ай, твою мать, тут дверь закрытая, собака. Нет, все-таки придется ждать Макарова. Ну ладно. Давайте тогда сделаем все по привычке. Блин, я и забыл, что там дверь должен Макаров открыть. Тогда у нас будет немного времени, чтобы эту лазейку опробовать. Давай, Макаров, я зарашил. Ты там это, заходи. Давай, давай, заходи, заходи. Я их, как говорится, подержу. Нормально, они так вообще не умирают. Кстати, вы меня спрашивали, что будет, если прикрыться щитом во время того, как тебя Макаров будет рашить. Ребят, это не поможет. Я вне записи все это пробовал. Я, конечно, понимаю, что не показал это видео, но я просто не посчитал это нужным. Ну ладно. Вот, все. Теперь мы с вами должны воспользоваться лазейкой, которая находится в этой миссии. Мне придется очень часто нажимать последняя точка, потому что я уверен, что с первого раза я вряд ли залезу туда. Так, теперь надо прям быстро все делать. Отойди, отойди, Макаров. Лазейка находится вот здесь. Так. Не стрелять. Вот она, все. Так, тихо. Последняя точка. Окей, ребят, вы видели, какая лазейка у нас была. Мне нужно это сделать быстрее, чем Макаров... Нет, чем Анатолий откроет, получается, дверь. Потому что как только запускается катсцена, Джозеф Аллен сразу умирает. А мне нужно это сделать до того, как триггернется диалог между Анатолием и Макаровым. Ну, вы видели, да, то, что в этой миссии можно спастись. Только это надо все быстро делать. Я не... опять не успел. Да, Макаров, хороший подарочек мы преподнесли. Это еще не подарочек. Нет, в любом случае умирает. Так, окей, попробуем еще раз. Я должен спасти Джозефа Алина. 30 секунд. Вперед. Но я не знаю, как мне просто обогнать Макарова. Мне надо прям очень быстро все делать. Прям очень быстро все делать. Сюда. Так, а если я с приседа сразу shift нажму? Так, отлично, он сразу встает. Так, попробуем еще раз. Вообще, по идее, надо бы стыбзить этот пистолет какой-нибудь. Блин, остановился бы Макаров хоть на одну секундочку. Пол чист. Блин, все, я просрался уже. Просрал всю точку. А может, тут есть какой-то пистолет или вот МП-5 хотя бы, да. Так. Мне нужно оружие какое-то, чтобы мувспид был быстрый. Блин, ребята. Я должен это сделать, я должен. Сейчас еще попробую сделать несколько попыток. Если что, то будет все очень плохо на самом-то деле. Так, сейчас он скажет холл чист, когда я подойду, да? Холл чист. Нет, я опять не успел. Да твою мать! Макаров, ну ты очень быстро это делаешь. Я не успеваю. Вот реально, я не успеваю, ребят. Но это можно сделать. Я вам серьезно говорю, это можно сделать. Можно выйти за край карты. С помощью этого пага с коллизией. Сюда. Попробуем еще раз.
Жалко, нельзя собственноручно сохранить игру вот именно вот в этом моменте. Давай, Макаров, давай. Я просто не пользуюсь ноуклипом. Я пытаюсь вам доказать, что это можно сделать и... Хуйня. Короче, когда играет музыка, там надо уже поторапливаться. Еще один дубль. Да твою мать! Если бы Ален запрыгнул с первого раза, у меня бы получилось. По-моему, кстати, все-таки вес оружия не особо тут влияет, потому что вот я сейчас взял МП5, да? А у меня скорость передвижения та же, что и с М4. Но я же не смогу найти М9, правильно? Это надо было делать в начале у охраны, а сейчас их трупы исчезли, и оружие также исчезло полностью, абсолютно. Вот, серьезно, мне не хватает вот 5 секунд буквально, чтобы это сделать. Да, нет, так какие 5 секунд? 2 секунды? Я сейчас это сделал в рекордное время, и у меня все равно не получилось. Я это сделал! Ребята, я это сделал! Я спас Джозефа Аллена! Я это сделал! Я смог! Я смог с первого раза забраться на ту... на... как это называется? Ну, короче, на погру... На погру... Блять, как погрузочное... Погрузчик. А, да, короче, вот на это оборудование, и я смог перепрыгнуть и спасти Джозефа Аллена. Вот что самое интересное. У меня пошла музыка, но Макаров не сказал фразу «не стрелять». Соответственно, теперь я могу бегать за картой за Джозефа Аллена. И знаете, друзья, по факту я, конечно, спас Джозефа Аллена. Ну, сами посудите. Лазейка была оставлена. Ее когда-то нашли. Вследствие этого, как вы видите, миссию можно заэвейдить. Только есть одна микро-проблема, я бы даже сказал, мини-микро-проблема, даже нано-проблема. Мы, скорее всего, никуда от этого не денемся, потому что ничего такого не происходит. Кстати, вот что еще самое интересное. А если я попробую сагрить Владимира Макарова? Сможет ли он меня убить, получается, через текстуру? Или как только я подойду туда, то опять начнется... О, кстати, у нас тут вертолеты летают. Или опять начнется вот это. Предатель, и меня через 2 секунды убьет сама игра. Ну, мы, кстати, можем побегать в аэропорту имени Захаева, для тех, кому это было интересно. Кстати, судя по комментариям, которые вы оставляли, ни один человек, хотя то видео набрало неплохое количество просмотров, ну, промись ни слова по-русски, не оставил сообщения по поводу того, что можно спастись в этой миссии с помощью этой лазейки. Так что считайте, это было круто. Это было круто, я вам показал. Надеюсь, что вам это понравилось, друзья мои. Не знаю, будете вы это сами тестить или нет, но по идее тут не побегаешь, ребят, потому что текстур нету вообще. То есть, ну да, конечно, вот тут ФСБшники стоят. По факту. Но, видите, да, дальше нас уже не пускают. Поэтому в этом-то самая проблема, ребята. Окей. Ну, давайте попробуем последнюю попытку сделать тогда. В принципе, я вам показал, что Джозефа Аллена реально спасти в этой миссии, но, к сожалению, пройти ее все равно будет невозможно. Что очень-очень печально. Однако, согласитесь, что этой нычкой вы точно никогда не пользовались. Я в этом уверен. Потому что вряд ли кто-то догадается подняться вот сюда. Не, я снова проебался. Ну да, и видите, чем все заканчивается. Гатор. Гатор. А, видите, кстати, катсцена снова не триггернулась. Я снова спас Джозефа Аллена. А теперь давайте попробуем сделать вот так. Предатель. Нет, смотрите, меня, кстати, Макаров-то не убивает. Так, а вот Виктора надо бы убить. Кстати, интересно, а обратно я, наверное, не вернусь, да? А, видите, меня игра опять сама убила. Да, меня просто игра опять сама убила. Ну ладно, друзья, давайте на этом тогда закончим. Ну что ж, друзья, подведем небольшой итог. Джозефа Аллена реально 100% можно спасти в этой миссии. Лазейка, которую оставили разработчики, не знаю, кстати, лазейка это или все-таки баг с коллизией. С текстурами. Все-таки доказывает то, что либо разработчики позаботились о игроках,
и предоставили им, ну, какой-то способ, да, на 5 минут спасти Джозефа Аллена. Либо все-таки это был баг, но так все удобно сложилось, да, то, что можно выйти за карту в этой миссии без использования ноуклипа. К сожалению, это не триггерит никакие новые диалоги, монологи там. Ничего особо такого не меняется. Единственное, что вот видите, мы доходим до ФСБшников, которые находятся за картой, и мы с вами все равно умираем. Но согласитесь, этот эксперимент все равно был фановый. Мне лично понравилось. С вами был Спектр. Не забывайте подписываться на новые эксперименты, которые выходят на канале каждый день. Также не забывайте ставить палец вверх на этот видеоролик. Давайте наберем 600 пальцев вверх. Я еще никогда такую отметку не ставил. И... огромное вам спасибо за просмотр. Если вы хотите появиться в конце каждого видеоролика, не забывайте о спонсорских подписках, которые можно оформить во время моих стримов, которые я провожу регулярно. Ребята, спасибо вам большое за просмотр. Вы лучшие. Всем пока.